Федор, у меня вопрос, не знаю, традиционный или нет, но художника Валентина Помилова мы можем смотреть, видеть в его картинах. А каким он был отцом Валентина Помилова? Каким он был человеком? Ну, человеком он был сложным. Валентин Помилов был человеком сложным и противоречивым. Но вот я сейчас занимался архивом и цифровал его фотографии при жизни. Я сделал около 500 фотографий. И вы знаете, вот я ни одной фотографии не нашел, где бы он был смурной или злой. Или как тот это... Везде он улыбается, везде он добрый. А вообще, вот у него, да, такая была, ну, короткая жизнь. Он прожил 60 лет. Он родился в 1939 году, именно 7 марта. То есть сегодня 75 лет было бы ему. А умер в 99 году, когда ему было 60 лет. Родился он на Украине, в Донецке. Приехал в Москву, поступил в Строгановский институт. Закончил монументальное отделение монументальной живописи. И в 1969 году приехал с Инессой, моей мамой, в Портвино, первые художники. Вот они работали, делали монументальные работы в разных городах, не только в Портвино. Тут аннотация есть его монументальной работы. Но при жизни для него это все монументальные работы были как в тягость. Он много писал, в основном портреты. Портреты современников. Эти портреты — это все реальные люди, это художники, друзья. Много женских портретов. Ну что, мне как художнику тоже, вот, кажется, все женские образы для меня лично сложно писать, но их сложнее. А у него это в основном женские портреты. И вот что можно сказать, это выставка вот к 75-летию. Вы знаете, мы вчера вот сделали экспозицию, развесили работы и удивились. Получилось 75 работ к 75-летию. Вот так вот. Случайно получилось 75 работ. Но я думаю, что это все-таки не случайно. И еще особенность этой выставки, больше 30 работ — это из частных коллекций. Он в свое время дарил своим друзьям, художникам. И, в общем, мы занимались этой выставкой там больше 2 месяцев. По друзьям собрали работы, оформили, потому что все было, надо было реставрировать. То есть и я вот приглашаю всех вечерей, гостей, именно эту выставку лицезреть, потому что потом это опять все разойдется по коллекциям, и это все вместе не увидите. Федор, у меня вот какой вопрос. Может, я невнимательно пока смотрела выставку, но я вижу много портретов, но не вижу там семейных портретов. Были, есть ли портреты? Вот рисовал Валентин там вас, супругу? Нет, как раз вот тут много автопортретов, много портретов его, да. Инесса, супруга, ага. Тут много портретов, ага, если посмотрите, да. И моих портретов тут тоже 2 или 3 портрета. Вот еще у меня сестра, его дочь Полина, но вот я тут не видел. Есть, да? Но вообще он писал много детей, нас он писал. У него, знаете, сложная была судьба при жизни. Его не признавали, ему не давали выставляться. У него, в общем-то, была такая, как сказать, его... трудно было. Его не приняли члены Союза СССР художников. То есть он... Но все равно он сам знал, что он хороший художник. И время показывает, что вот прошло 15 лет со дня смерти, а работы, они современные. Они, на мой взгляд, и они интересны. У него, у Валентина, был любимый художник французский Андре Матисс. Вот. То есть у него тяготело к такой технике легкой, и у него все портреты, это, в общем, написаны в раз. Ну, то есть, как бы, да. Ну, вот, как-то так. Ну, а вам что из представленных работ вот близко? Ну, вот знаете, вот вся вот эта стена, вот это вот, я считаю, это его лучшая работа на этой выставке. И вот, автопортрет, все эти работы мне нравятся. Спасибо вам большое. Спасибо, да, извините, что... Да, сейчас я...